Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Курские пожарные провели учения на предприятии, обеспечивающем теплом и электроэнергией значительную часть областного центра. Прошел вызов пожарной машины по адресу ПЛК-20. Возгорание маслобака на турбогенератор номер 4. По тактическому замыслу, возгорание в турбогенераторе произошло в результате нарушения технологического процесса. Площадь пожара составила более 200 квадратных метров. Прибывший дежурный караул установил, что в цехе происходит горение масла. Сильное задымление и высокая температура мешают подобраться к источнику огня. Несмотря на сложную схему объектов предприятия, благодаря грамотным действиям первых прибывших на пожар огнеборцев, удалось установить автолестницу, применить пеногенератор и сдержать распространение огня. Тушение условного пожара происходило с трех сторон. Основная сложность при тушении данного пожара возникает в том, что в технологическом процессе задействован водород. То есть непосредственно администрация объекта организовывает, так скажем, его вытеснение из турбины. И в связи с чем при ведении боевых действий на данном объекте при реальном пожаре для личного состава есть угроза, то есть травмы в случае взрыва водорода. Для ликвидации возгорания привлекались подразделения по повышенному рангу пожара номер 3. Всего было задействовано 10 единиц основной техники, 4 специального назначения и 70 человек личного состава. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.